Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин «Галавива», который располагается в Киеве по адресу бульвар Перова, 24. Вашему вниманию сегодня на обозрение предоставляется горный велосипед марки «Команч». Модель называется «Tomahawk 29». 29 имеется в виду размер колеса. Велосипед алюминиевый, с системой тормозов гидравлической, и вилка имеет локал. Ну а более детально в описании хочется следующее сказать. Сперва, конечно, это покрышка. Покрышка смешанного типа. У нее мелкий шип идет, и одновременно достаточно широкий идет шаг шипа, что позволяет легко ехать по асфальту и по пересеченной местности. Идет крепление колеса на эксцентрике, легкосъемный эксцентрик, тормозная система Shimano. Стоит здесь спереди втулка от компании Команч CSC. Вилка идет сантуровская XST с ходом 100 мм, 29 дюймов, как показано. Вилка имеет две функции регулировки, две регулировки: включение и выключение амортизации. Также есть регулировка жесткости пружины, предлоу. В зависимости от веса велосипедиста можно сделать жестче или мягче вилку. Велосипед имеет красивый такой руль дутый, по центру более широкий, в местах ручки более тонкие. Это красиво и симпотно. Идут Shimano тормоза и переключатели также Shimano. Велосипед идет с системой тормозов, с переключением 3 на 7 спереди, 3 сзади, 8, точнее 3 на 8. Сзади 8 идет скоростей. Это показано на шкале переключения передач. Велосипед довольно-таки красивого цвета, черного, с системой шатунов, соотношением малой, большой и средней звезды. Малая 22 зуба, средняя 32, большая звезда 42 зуба. Идет защитный щиток для того, чтобы не пачкались ноги, не попадал сюда брючина. У велосипеда идет передний переключатель с верхней подводкой. Это Altus, довольно-таки хороший, нормальный переклюк передний. Задний переключатель у велосипеда уже ACR, хороший любительский уровень переключателя, который рассчитан на 7-8 звезд. А сзади стоит восьмерик, кассета HG31 на 8 скоростей. У велосипеда идет 3D дропаут, здесь получается отверстия вот эти вот. Это делает велосипед более легким, но при этом он надежный. Велосипед комплектуется спицами из нержавеющей стали. Это говорит о том, что усиленные спицы. Также у велосипеда имеется возможность крепления багажника. Вот отверстие, которое с одной стороны, с другой стороны тоже есть такое отверстие. Это в одной точке, и вот в другой точке крепится багажник. Также с той стороны. Тем самым 4 точки, на которых можно поставить багажник. На велосипеде легко путешествовать. Если захотите, можно поставить и багажник. В заключение обзора, конечно, стоит сказать, что здесь стоят металлические педали и довольно-таки комфортная сидушка. Ну а если вы хотите много кататься и везде, не переживая за то, что ваш велосипед кто-то захочет украсть, для вас всегда можем предоставить хороший немецкий замок ABUS с системой защиты 10. Данный замок достаточно надежный, перекусить сложно. Называется модель Bordeaux 6000. Вещь классная, рекомендую. Данный велосипед продается в киевском магазине. Если захотите поинтересоваться, приходите, скидки гарантируем. Будем рады вас видеть. До встречи.